Дорогие друзья, это общая трагедия для всего народа России. Буквально час назад любимый наш российский телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале сообщил страшную новость. Об этом еще даже на телевидении никто не знает. Андрей Малахов сообщил о том, что серьезно заболела известная российская актриса Юлия Меньшова. Якобы на данный момент ее уже забрала скорая из дому, все родственники уже оповещены. Что же произошло на самом деле с Юлией Меньшовой и почему об этом до сих пор нигде не написано, мы пока не знаем. Нам известно только то, что у Андрея Малахова всегда самые свежие и самые быстрые новости. Вставайте с нами, друзья, сейчас мы пытаемся наладить связь с родственниками Юлии Меньшовой для того, чтобы узнать подробности того, что с ней произошло. Не переключайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, друзья. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.